В ауле Кубина открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, участнику боев за освобождение Белоруссии Хмаре Дагужиеву, имя которого носит общеобразовательное учреждение. Рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым приняли участие в памятном мероприятии. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. Мероприятие началось с гимна страны и республики. Память солдатов, отдавших жизнь за родину, почтили минутой молчания. На мероприятии присутствовали гости, общественные деятели, родственники Хмары Дагужиева, педагоги и ученики. Были интересные рассказы от старожил аула, где все окунулись в историю. Всего в освобождении Беларуси участвовало 1438 жителей Карачаева-Черкесии. Один из них – уроженец Кубины Хмара Аслангиреевич Дагужиев, отдавший свою жизнь Белоруссии. На мой взгляд, самый яркий подвиг – это его последний подвиг, когда, не желая сдаваться врагу, он взорвал себя и своих врагов гранатой. Это подвиг, который демонстрирует мужество, героизм и патриотизм Хмары к своему отечеству. Сегодня его имя носит средняя школа и улица в родном ауле. Родился Хмара в 1920 году. Был призван в ряды Советской армии в 1939 году. Вскоре началась война. Дагужиев был отличным бойцом. Благодаря ему сбито с рельсов два паровоза, которые тянули на фронт вагоны с техникой и оружием. Хмара Дагужиев сделал много в боях, был храбрым. В отряде пользовался авторитетом. Все бойцы брали с него пример. Хмара всегда рвался в бой и просил как можно больше у командиров ответственных бойцов. Боевых заданий. Погиб Хмара героически в 1944 году. Ему было всего 24 года. Школьники с большим интересом слушали отрывки истории на митинге. Мемориальная доска – это напоминание нынешнему поколению о человеке, который является примером для каждого из нас. Дорогие родственники Хмары Аслангиреевича, уверен, что педагоги, учащиеся, приходя в школу и глядя на мемориальную доску, будут вспоминать об ответственности перед своей семьей, родиной и самим собой, будут служить примером истинного патриотизма. Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, процветания нашей стране и малой родине. Во время войны Хмара Аслангиреевич показал себя настоящим воином. Взрывал, пускал под откос поезда гитлеровской Германии. Наша школа носит его имя. И в дальнейшем мы будем с честью нести его имя. Имя Хмары Аслангиреевича Дагужиева. Директору и учителям вручили благодарственные письма от сенатора за патриотическое воспитание подрастающего поколения. После торжественного открытия доски присутствующие возложили цветы. Затем прошли в школьный музей, в котором хранятся альбомы о славном сыне Абазин, герое Беларуси, фотографии, рассказывающие о встречах в Пигановичах и Кубине. Учащиеся кубинской школы гордятся учиться в учреждении, в котором учился Хмара Дагужиев, и будут чтить память своего героя. Альбина Курачинова-Кенжева-Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.